сделал. Ты видел, как это Бестронгер? Я думал, что это последний трек, и я уже, и шел на результат. Результат так себе. Мне кажется, этот парень успел прокачаться за пару часов до чемпионата. На самом деле, ты потратил не очень много времени именно в том смысле, что он не занимался ИТГ, мне кажется, последние полгода. Но за последние два месяца он так вложился, что он действительно достоин подражания. Он ходил один раз 8 дней подряд, и только на 9-м решил, наверное, надо отдохнуть. Видите, это... И не отдохнул, пошел в 9-й день. А на 10-м поехал на памп. Такой легкий отдых. В общем... Второй или первый. Да, поэтому... Понял? Это все памп. Ты ожидал, что у тебя будет первое место? Что ты вообще чувствуешь? Что я чувствую, не знаю, это мое первое место в жизни вообще просто. Да не гони, ты дома занимал. Нет, так я ж не рассматриваю чемпионат, у нас дома мало чемпионатов проводилось. У меня было одно место первое по даблу, когда-то, когда мы играть не умеем. А чтобы первое место в серьезных таких вещах никогда в жизни. То есть, потому что ЭТГ, все по-взрослому. Ну как по-взрослому? Лоу, конечно, но по-взрослому. Вообще этот чемпионат, по-моему, был какой-то очень странный, какие-то раунды, все рано так повылетали. Да, то есть вообще Сирене, конечно, мне понравилось то, что она играла достаточно качественно и невозмутимо. То есть у нее обычно, когда моргает вот эта компа, уходит, темнеет, ты сразу начинаешь нервничать, ошибаться, там что-то делать. Она типа приняла факт, что типа вот так, и продолжала играть ровненько. И в результате, получается, игра была на ошибке, кто больше ошибется. А ей такой просто ошибся, она невозмутимо дошла до конца, вот и все. То есть ей помогло спокойствие вот это. Он говорит, что он не мог привыкнуть к тому, что не тот спидмод. Он не подобрал себе даже то, что надо. А я поставил такой же спидмод, как ты когда вчера приходил. Я примерно к концу чемпионата определилась со спидмодом. Это было очень медленно. Я не знаю почему, может ваш автомат заколдованный. Лукас играет 640 халвей. Я читаю, то есть вообще классно. Я ставлю 840, и мне тоже это комфортно. Я думаю, как так, 200 ppm разницы, а я и то читаю, мне кажется, что все нормально. Но я решил не рисковать. У меня был соблазн, я стоял 32-38, в смысле 832-838. Подумал, лучше меньше, чтобы лучше видеть. Возможно, кстати, это одна из причин, почему Лукас хорошо играет на более низких спидмодах. Лучше читал, то он видит стрелки заранее, может там заранее знать, что ему здесь поворачиваться надо, что здесь мусишь. Когда ставишь большой спидмод, не тренируется ритм и не видишь, что идет дальше. То есть тебе, может, надо эту стрелку боком уже брать, готовиться к повороту. Оно вылетает по одной. Надо просто знать, что